гости, уважаемые друзья. Краткий обзор сделаем проекта на ранней стадии. Cradles, Origin of Species. Короче, нашел этот проект. Нашел Спартана. Спартан был подписан на этот проект и начал его изучать. И оказалось, это, скорее всего, гем будущий. Почему? Потому что этот проект — это игра. И что, друзья, правильно, метавселенная. Метавселенная — это хайп, Microsoft, все, Facebook, вы все в курсе этого. Они создают такую метавселенную, покажу, может, в Дискорде. И фотки тут, ну, тут, в принципе, есть, что на себя будет представлять. Это вот граждане, которые будут там в такую, в до наших времен, да, эпоху, где жили динозавры и там прочие такие древние существа. Проект на очень ранней стадии. Сказали, что будет там и whitelist, и всякое такое для комьюнити. Но суть такая, что почему именно этот проект? Осмотрим сюда, друзья. Вот бейкеры какие здесь крутые. Так, Animoca, там Signum, Spartan, естественно, Hobby Ventures. И для игры они уже привлекли на seed стадии. Обращаю внимание, еще будут раунды. Я спрашивал в Дискорде. На сид стадии 1,2 миллиона привлекли. То есть это очень круто для игры. То есть будет еще какая-то стадия, надеюсь. Еще, может быть, там инвестиции получится взять. И смотрите, какая тут Republic Realm, да. Если вы помните, вот этот вот фонд, он в топовых всех проектах сидит. Axie, потом Decentraland, этот Atlas, да, на Solana, это метавселенная Атласов, так. И что, BitCountry тоже. Можете здесь зарегистрироваться, вот здесь почту свою. Проект развивается и говорит о том, что... Вот можете посмотреть, как тут вот из... он будет выглядеть. Фоточки его так вот рисуют. Ну, в Discord перейдем, тоже посмотрим. И смотрите, значит, вот White Paper. Тут очень круто там по игре все расписано. То есть, ну, я думаю, это когда будем, ну, следить за ним, как и за Тали Волота, и как за другими проектами на ранней стадии, да, мы будем новости делать. Вот недавно у них была АМА. Сейчас я переводчик включу. Где они дали ответы на сообщество, вопросы. Ну, основное, что сообщество интересовало, будут ли новые NFT и прочее, да, будут ли вайт-листы, да, все будет. Вот, все будет, то есть нужно сидеть в Дискорде, активничать, то есть продвигать проект. Они пока еще очень важный момент, скажу, что маркетинг не запустили, и пока в планах у них спокойное развитие, и мы можем как бы поучаствовать, принять участие. Понятно, еще раз, друзья, крипта — это высокий риск, но здесь как бы вы ничего пока не вкидываете, так, вы на самом первом этапе, то есть я думаю, это, ну, максимально безопасно все, что есть, так. И еще один момент важный, команда The Republic, у них там называется, The Republic, они создают не просто там ERC эти NFT-шки, они свой стандарт сделают, ERC 3664. Что он из себя представляет, этот стандарт 3664 ERC? То есть насколько глубинная команда, что NFT-шки будут со временем меняться. Например, взяли вы медь железный, да, он там год проходит, он у вас там становится ржавый, например, да, ну или там чуть-чуть ржи, через 10 лет вообще ржавым будет, вот. И они, то есть, и в техническом плане очень крутые, да, но пока анонимная команда, ничего дополнительного не могу сказать. Вот, значит, что мы можем сделать на раннем этапе, да, проекту, как? Залететь в Discord их я оставлю, естественно. Ну, активности, что значит? Помогайте, отвечайте, общайтесь, так, там, есть уже всякие фишки для комьюнити, вот, арт, пожалуйста, там, нарисовали, что-то сделали, это все несложно, да, там, постер сделали какой-то. Твитси, так, там, вот, помогайте, если спамеров там увидели, короче, активничайте, да, контент создавайте,
потом, какой момент еще хотел, у них вот есть здесь leaks, вот такой раздел, вот его хочу найти, вот, утечки, вот что они создали уже, да, вот все, это вот из трейлера, как будет выглядеть эти виды все, вот, такая вот, ну, вот, рыбку хищника сделали, такую 3D-модель. То есть потихоньку все делают. Проект развивается. Мы будем дальше за ним следить. Все, переходим в Discord. Потом, конечно же, можно посмотреть. Да, еще был у них уже сейл на Binance NFT. Вот, и тут тоже был, происходил первый. Тут в сейле. Ну, все, естественно, все разобрали, да. Вот этих NFT, которые я вам показывал. То есть проект развивается, но еще говорит о том, что будет whitelist на NFT. Whitelist, возможно, на IDO будет. Поэтому нужно следить. Нужно следить, друзья. Все у них есть. Вот, Twitter их. Также Telegram, Medium. Пока, я говорю, очень все тихо. Да, Twitter 25 тысяч человек, но в Дискорде вообще очень мало людей, очень мало. 4930 это вообще ни о чем для такого проекта. Поэтому, может быть, влетим с вами в раннюю стадию, может, он нас порадует, данный проект. Ну, как-то так вкратце я рассказал проект про метавселенную, в доисторическую эту эпоху, где динозавры будут бегать. И самый момент, что топовая фонда сидит. Проект будет технически с подкованными специалистами сделан. Будет разработан новый стандарт NFT ERC-3664. Вот как-то так. Вот такой вот вам гем. Еще раз пролистаем. Показал. Все, друзья. До новых встреч.